Монитор служит для вывода информации на экран. То есть с помощью монитора вы видите всю информацию. Клавиатура является устройством ввода. С помощью нее мы вводим информацию. Незнакомые кнопки на клавиатуре, такие как Shift, Enter, взрослые ученики будут изучать постепенно. Начинают с самого простого – знакомиться с устройством компьютера и кнопкой включения на системном блоке и мониторе. Получилось. Для этих учеников это маленькая победа. Алла Сергеевна с компьютером знакома, ей приходилось набирать тексты по работе. Сегодня она трудится в центре социальной помощи. Но как составлять таблицы, выходить в сеть интернет и что такое PowerPoint, она пока не знает. Рассчитывает, что освоит компьютерную азбуку, ей помогут начавшиеся курсы. Мне приходится очень много печатать документов, разрабатывать инструкции, приказы, планы составлять. По охране труда, по пожарной безопасности, поэтому мне необходимо. И я считаю, что любой современный человек, живущий сейчас в компьютерной, как говорится, системе, что ли, должен владеть независимо от возраста. Григорий Клепалов – единственный мужчина на курсах. Рассказывает, что после выхода на пенсию у него появилось время не только, чтобы решить все свои домашние дела, но и заняться самообразованием. Освоение компьютера – это только начало, говорит современный пенсионер. Новые технологии, значит, нужно научиться пользоваться интернетом, и поэтому я пришел на эти курсы. Интересно, потому что мы в наше время не учили это ничего. Это все новое для нас, поэтому мы пришли сюда учиться. Ольга Михайлова – учитель информатики. У нее уже есть опыт обучения взрослых учеников работе на компьютере. Ольга Ивановна рассказывает, что по окончанию этих курсов у многих выпускников жизнь меняется. Пенсионеры покупают ноутбуки, а те, кто не может выходить из дома, общаются со знакомыми по электронной почте. Сейчас, если сравнивать с учениками, то ученики, конечно же, намного уже успешнее. Для них это пустяковая работа. С людьми вот такого возраста, как бы с ними тоже интересно, потому что им хочется, они намного усерднее, и они добиваются всего как бы вот усидчивостью. Это как знакомство с людьми, сравнивает Надежда Таровина, специалист управления образованием. Сначала на «вы», а потом постепенно и на «ты». Тогда компьютер становится для пожилых людей настоящим другом. Данный проект интересен для полевчан старшего возраста тем, что, во-первых, сейчас очень много по телевидению говорят о предоставлении госуслуг по интернету. И, познакомившись с компьютерными технологиями, эти люди уже смогут данные услуги действительно получать по интернету. Второй момент, конечно, это активная позиция самих наших людей, наших полевчан. И третья возможность, которую получают те, кто освоит компьютерные технологии, это общение в онлайн-общение. Курсы рассчитаны на 3 месяца, по 2 занятия в неделю. Средний возраст вновь севших за парту – 55 лет. Почти у каждого дома есть компьютер. Но, по признанию сегодняшних учеников, не знали, с какого боку к ним подходить. А спрашивать у родных стеснялись. Поэтому известие о курсах приняли с радостью. Сегодня первое занятие в рамках проекта «Компьютерная азбука для пенсионеров». Этот проект стартует на территории Полевского городского округа по инициативе и финансовой поддержке Александра Васильевича Серебренникова, заместителя председателя Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области. Управление образованием поддержало инициативу Александра Васильевича и организовали на базе 17-й школы данные курсы. Это пилотный проект для нашей территории. Если у полевских пенсионеров будет потребность в обучении, то курсы компьютерной азбуки для тех, кому за 50, будут продолжены. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.